Хорошо, дорогая, я это не рассекречу, но что будет с доказательствами, которые на руках у Атеша? Будь уверена, они такие невинные, как эти фотографии. Я уж не знаю, что вы пережили той ночью. Детка, ты не знаешь Атеша. Он действительно больной человек. У него есть записи со всеми женщинами, с которыми он спал. Госпожа Джанан, мне нужно срочно с вами связаться. Мне нужны записи, которые на руках у Атеша. В настоящее время мы не можем ответить на ваш звонок. Черт подери, а! Эй, Люль. Ты даже не приготовилась. Через 3 часа наш самолет взлетает. Мы отправимся на Кипр. Ты забыла? Конечно, я не забыла. Но я не хочу туда отправляться, Джунейд. Почему? Ты все еще сильно злишься на меня. В голове у тебя много нерешенных вопросов. И это больше тебя злит. Да. Я все еще злюсь на тебя. Но этот отпуск пойдет нам на пользу. Я знаю, на нас много давят. Если мы немножко отдалимся, мы проблемы оставим на потом. А мы должны их не переносить, а решать, Джунейд. Послушай, Джунейд, я тебя очень сильно люблю. Я уже не хочу, чтобы когда ты смотрел на меня, у тебя в глазах было подозрение. Я рядом с единственным мужчиной на свете, которому я могу довериться. Но я подкосила его доверие ко мне. Но что случилось, то случилось. Я это сделала, чтобы ты больше меня любил. Посмотри, что сейчас происходит. Эйлюль, Джунейд, тебе нужно в голове устаканить все вопросы, связанные со мной. И для этого тебе время нужно. Подумай хорошенько. Я здесь, не уставая, терпеливо буду тебя ожидать. А теперь занята, проклятая женщина. Джанан, что ты пытаешься сделать? И из отеля ушла. Слушай, нам нужно поговорить с тобой по поводу завещания. Ты не можешь запретить мне видеться с Джанс. Мы это должны обсудить. Нет, Фериде не моя девушка. Между нами ничего нет, сколько раз я тебе говорил. Завтра увидимся. Если не придешь, не получишь ничего из того, что ты требуешь. Простите, госпожа Эйлюль, вы тоже стали свидетелем этого ужасного разговора. Да нет, не страшно, я не слышала даже вас. А Джунейд у себя? Да у себя, наверное. Госпожа Эйлюль. Ваш концепт, который вы готовите, я все еще его не получил. Я его смогу увидеть? Как раз работаю над ним. Сегодня-завтра будет закончен. Хорошо, потому что мне интересно. Посмотрим, действительно ли вы так же талантливы, как говорит господин Джунейд.
Только этого не хватало. Какой тут теперь пароль может быть? Как звали девочку? Джансу. Он говорил Джансу. Черт подери, ничего нет. Жанан меня задерживает, но завтра мы встретимся. Завтра с этим будет покончено. Как думаешь, она расскажет правду? Она пытается затянуть вопрос. Но она обязательно заговорит к завтрашнему дню, не волнуйся. Как Фериде? Да так же. Все еще не вышла из комнаты. Ну ладно. Ты поскорее реши этот вопрос. Ладно. Ну, наконец-то. Алло, госпожа Джанан. Хорошо, хорошо, я сейчас приду. Хорошего дня.